Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания моей любимой трости. Эта трость не является имитацией бирюзы, но она вызывает у меня ассоциации именно этого природного минерала. Вариаций создания множество, и я сегодня покажу вам один из них. Начнем. Итак, для работы нам понадобится 4 основных цвета полимерной глины. Светло-голубой, белый, синий и зеленый. Теперь будем смешивать их между собой для получения нужных нам оттенков. Светло-голубую делим на 3 части. Для удобства я пронумеровала все кучки. Небольшой кусочек синего добавляем в 3-ю и 4-ю кучку. Белую в кучку под номером 1. Все хорошо перемешиваем. И в самый светлый оттенок голубого добавляем немного зеленого. Вот такие цвета у меня получились. Теперь необходимо нарезать колбаски на маленькие кусочки. Когда все цвета нарезаны, хорошо перемешиваем их при помощи лезвия и добавляем бронзовой пудры. Ну а теперь наведем немного беспорядка. Я добавляю акриловую краску коричневого цвета и все тщательно перемешиваю. Можно утрамбовывать все кусочки в трость. Результат увидим только, когда сделаем срез. Разрезаем и смотрим, что получилось. Меня результат устраивает. Ну а применение этого кейна вы увидите в моих последующих мастер-классах. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков! Пока-пока!